данном случае в лице завуча школы Нины Александровны Рубцовой. Дорогой Юра, от всех присутствующих в зале и от себя, конечно, лично, большое тебе спасибо за ту радость, которую ты подарил своим выступлением. У меня даже голос дрожит, и я очень волнуюсь, потому что сейчас я тебя называю Юрой, но я думаю, что придет время, когда я буду гордиться, что имела возможность тебя поздравить и поблагодарить. Юрочка, мы от всей души тебе желаем и крепкого здоровья, и счастливого жизненного пути, и самое сейчас вот актуальное, почему мы собрались, творческого пути. Я думаю, у тебя для этого все есть. И талант, и трудолюбие, как мы поняли из рассказа Сергея Федоровича, и замечательная семья, которая не просто твои папа, мама, бабушки, дедушки, а единомышленники, и великолепный, я считаю, уникальный педагог Геннадий Петрович, которому, я думаю, мы отдельно похлопаем. Давайте, друзья. Профессор Сергей Федорович, который обратил на тебя внимание и, я думаю, тоже внесет свою лепту в твое дальнейшее развитие. Вот если это все сейчас, собравшись в одном месте, сработает, а это будет именно так, я думаю, ты впишешь новую, замечательную страницу в культурную жизнь не только края, но и России. Давайте похлопаем за это.